Всем приветики! Приветствую всех на своем канале «Щепотка ням». Меня зовут Ольга, и я делаю разные обзоры магазинов, покупки. И сегодня я хочу сделать обзор из магазина «Пятерочка». У моего мужа день рождения, и я набрала продуктов. Конечно, это не все. Я буду брать еще дополнительно там, ну, то, что самое необходимое, это там хлеб. Вот это вот я пока не брала, потому что хочется взять прям свежего. Вот. А пока я взяла продуктов на 1192 рубля. 1192 рубля взяла продуктов. И сейчас хочу сказать, что я купила. Итак, значит, я взяла вот такую вот свеклу. Две упаковки свеклы. Значит, она идет целая, вареная. Тут по 4 штучки. Из нее я буду готовить салат под шубой. Вот она уже готова и удобно очень ей пользоваться. Очень хорошая фирма, по-моему, белорусская. Так, сейчас я вам расскажу, сколько она стоит. 49 рублей 99 копеек стоит одна упаковка. Значит, это я буду делать. Я буду делать очень простые салаты. Можно даже сказать советское. Почему? Потому что у меня муж попросил его любимые салаты сделать. Никакие не нужно. Да я и сама люблю такое простое все. К этому салату я взяла филе сельди, две упаковки. Это сельдь оригинальная, она без всяких добавок идет. Сразу уже просто филе. Тут три, по-моему, три филешки. Я буду делать себе отдельно диетическое с йогуртом или со сметаной буду себе делать. Другие любят с майонезом, буду делать с майонезом. В общем, взяла две упаковки. Здесь она идет без всякого масла, там без всякого укропа, без всяких специй. Просто обычная упаковка. 100 с чем-то она стоит. 104 рубля 99 копеек. Филе сельди стоит. Мне-то надо там, наверное, одну штучку. Я одной воспользуюсь, наверное. Мне много сельди не надо. Соленая тоже есть, я не люблю. Набрала зелени. Зелени много я набрала. Две упаковки лука и упаковку укропа. Мои запасы остались в морозилке, но в салат я не хочу вот эту вот заморозку делать. Хочу вот свежие зелень, вот это вот хорошая фирма, и я всегда беру. Тоже пойдет на салат, и много зелени никогда не бывает, правильно? И укроп, посмотрите, какой хороший. Укроп 44,99 упаковка. А зелень 42 рубля 99 копеек. Лук 42 рубля 99 копеек. Что я еще купила? Купила сметану. Но сметану я взяла для салата себе. Потому что я сметану буду, наверное, заправлять. Она стоит 50 с чем-то, по-моему. 52 рубля 99 копеек. Сметанка. Она очень вкусная, она идет на топленых сливках, она идет не кислая и такая, знаете, сладковатая. В общем, что-то смахивает майонезиком. Можно еще горчички немножко добавить, перемешать, и будет как майонез, то есть вкус майонеза. В принципе, я не брезгую ничего, и так могу кушать. Морковь 29 рублей, сразу говорю, дешевая, 29 рублей с чем-то стоит. Немытую я взяла морковь, 29 рублей 99 копеек, а она мне обошлась 18 рублей 14 копеек, вот такой вот пакетик. Я ее почищу и сварю для салата со свеклой, пакетик. Она такая, знаете, видите, вот и крупная есть, и мелкая.
я беру подешевле, которая мытая стоит 70 рублей. Я ее не стала брать. Я что, вымыть не смогу морковь? Так. Салат с сельдью под шубой я всегда добавляю тертое яблочко на мелкой терке. Меня очень любят, и родители любят с тертым яблоком, и вообще все любят. Такой вот рецептик. Я взяла 4 штуки, это яблоки, они идут golden, такие дорогие, я взяла, чтобы были сладкие. Яблоко красное, 77 рублей 99 копеек, килограмм, 560 грамм, мне они 43 рубля 67 копеек обошлись. Очень вкусно в салате, попробуйте с тертым яблочком. Две луковицы пойдут на салат, куда-нибудь там пригодится лук этот. Лук репчатый, 6 рублей 82 копейки, мне обошлось 2 штучки. Килограмм 22 рубля. Так, дальше. По скидке я взяла майонез, 2 упаковки с лимонным соком Махеев. 54 рубля, по-моему, он стоил. Да, 54 рубля 99 копеек. 2 упаковки Махеев. Так он стоил 109 рублей, но вот скидку сделали с лимонным соком. Ну вот попробуем. Кто пробовал, напишите, пожалуйста, ваши отзывы. Ни разу не пробовала. Всегда беру оливковый. Мне он очень нравится. И всей семье нашей нравился оливковый. Ну а тут я по скидке за 54 рубля. Почему бы не взять? Оливковый всегда дорогой. 109 рублей. 100... Ну да, где-то 109 рублей. Вот он стоит. Большая банка я всегда брала. Сейчас Махеев попробуем. Не знаю. Посмотрим. Так, что дальше я взяла? Дальше я взяла упаковку тушенки. Тушенка говядина вот такая вот. Я буду готовить картошку тушеную. Стоит она 100 с чем-то. Сейчас я помню. По скидке взяла. 104 рубля 99 копеек стоит тушенка. Не первый раз беру. Мне она понравилось. Я буду ее тушить вместе с картошкой. Просто для мясного вкуса, аромата. Ну, знаете, так вот, чтобы не пустая картошка была, а именно с тушеночкой. Я вот уже беру ее какой раз. То она по скидкам бывала за 99 рублей. Недавно я покупала ее, макароны делала по-флотски с говядиной. Нормальная тушенка такая. Значит, там есть и кусочки мяса, жира мало. Желе, правда, такое вот есть количество энное, но для 100 рублей это очень хорошая тушенка. То есть не пахнет соей, да, ну, в общем, нормальная. То есть куски мяса здесь цельные. Для салата оливье я взяла колбасу вареную, горошек я взяла ранее, значит, у меня горошка. А сейчас я взяла вот такую вот колбасу, мясная лавка, хорошая колбаса. Для салата оливье. Тоже она не из дешевых. И по скидке взяла по карте. Пятерочка, выручайка. Ну, теперь среди такого количества майонез. Вот фермерская колбаса 124 рубля 99 копеек. Она стоит фермерская колбаска. Дальше я взяла вот такие вот тарталетки. Взяла 2 упаковки. В каждой упаковке по 12 песочных тарталеток. Одна упаковка стоит 79 рублей 99 копеек тарталетки. Я взяла 2 упаковочки. Буду делать закуску очень простую, бюджетную, вкусную. Для этого я взяла вот такой вот сыр плавленый. 2 упаковки. Мне нужно будет 250 примерно грамм по рецепту сыра плавленого. Сыр плавленый я взяла по
Так, где? Сыр сливочный плавленый, 64 рубля 99 копеек. В Пятерочке по скидке взяла. Так он стоит около 100 рублей. Тоже по скидке нашла и взяла. В общем, как вы думаете, на 1100 нормально продуктов? И у меня горошек уже есть. Мне осталось купить только хлеб. Тортик у меня будет печь моя, наверное, сестра. Я ей дала на продукты 1000 рублей. Она будет готовить торт. Чизкейк она будет готовить, насколько она сказала. Дети попросили чизкейк. Так, что еще? Все, больше мне, наверное, ничего. У меня все есть из продуктов. Картошка у нас своя, поэтому картошка есть. Больше мне ничего пока не надо будет для салатов. Я думаю, что чего не достает. В общем, я буду делать очень простой такой стол, бюджетный, из доступных продуктов. Добавлю, может быть, еще нарезку. Куплю, схожу сыра, сырную колбасную нарезку, может быть, еще сделаю. Ну, что-то типа такого. Икру муж мой не хочет, он не любит особо ее. Недавно я купила рыбу, горбушу, мне там икра попалась. Не хочу, говорит, ничего не солить, не буду я. И мне пришлось ее пожарить. Это, как я ее тушила в духовке, и мне пришлось икру потушить. Вот, поэтому никто у нас особо ее не ест. Поэтому простой стол ему делать. Он тем более работает, выходной день он работает. Придет вечером голодный. Поэтому будет стол уже накрыт, и мы будем его поздравлять. Ну что, мои хорошие, пишите ваши отзывы, мнения, что бы вы добавили бы еще к столу. Может быть, что-то бы убрали, я не знаю. Может быть, вообще вы для своих мужей покупаете только черную икру. Там, не знаю, еще, может, что-то, какие-то салаты очень такие дорогие. Вот. Ну, я по-простому. По-простому, по-сельскому. Мои хорошие, если вам понравился этот обзор, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. А вам я желаю отличного настроения. Желаю счастья всем, здоровья вам, вашим семьям. И до новых моих обзоров. Пока-пока.